Привет всем, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. С вами Диспетчер, и мы сегодня рассмотрим, как ниоткуда появилось солнце. Но множество вас, скорее всего, скажет, это не солнце, это чей-то розыгрыш. Ну, давайте мы допустим, чей-то розыгрыш, да? Но кому это надо было делать так, отдавать время, отдавать деньги, чтобы просто-напросто всех вас завести в заблуждение? Мое мнение, дорогие зрители, утверждение и позиция всего этого находится только одна причина. Никакого хрена, извините за выражение, это не солнце. Потому что вы сейчас сами все убедитесь. И никакое это не голограмма. Это очень настоящий ролик, который вас, наверное, заинтересует. Но если вам понравится этот ролик, я больше ничего не говорю. Ставьте лайки и подписывайтесь.